Это моя вторая осень в Петербурге. Я не пойму, что меня сюда принесло. У меня ни работы, ни сбережений, ни надежд. Я счастливейший человек в мире. Год назад, даже полгода, я думал, что я режиссер. Все, что было связано с кино, отвалилось от меня. Слава богу, снимать фильмы больше не надо. В таком случае, как же рассматривать это произведение? Это не фильм. Это клевета, издевательство, пасквиль. Это затяжное оскорбление, плевок в морду искусству, пинок под зад Богу, человеку, судьбе, времени, любви, красоте, всему, чему хотите. Я буду для вас петь слегка не в тоне, но все же петь. Но чтобы петь, нужно открыть рот. Нужно иметь пару здоровых легких и некоторое знание музыки. Несущественно, есть ли у тебя при этом аккордеон или гитара. Важно желание петь. В таком случае это произведение – песня. Я пою.